Приветствую, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! Российские СМИ заметили Леву из группы B2 звездочка в аэропорту Бангкока. Остальным участникам рок-коллектива было отказано в вылете. После выступления на Пхукете, Таиланд, музыканты из рок-группы B2 были задержаны 24 января и обвинены в незаконной деятельности, влекущей за собой финансовые санкции. У артистов была лишь туристическая виза, не было разрешения на работу. Каждому артисту назначили штраф в размере 3000 тайских батов, что равносильно приблизительно 7,5 тысячи российских рублей. Несмотря на то, что четверо из семерых артистов являются гражданами Израиля, первоначальное решение об их высылке было отменено 30 января вследствие усилий российских дипломатов. Как стало известно в тот же день вечером, судьба задержанного в Таиланде Левы B2 звездочка решена, музыканта отправили в Израиль. В настоящий момент другие члены коллектива остаются в центре для мигрантов, где они пребывают вместе с другими задержанными в помещении, рассчитанном на 80 человек. Контакт с российским консулом Владимиром Сосновым участники группы B2 отклонили и продолжают находиться в условиях, схожих с миграционной тюрьмой, о чем было объявлено в их телеграм-канале. По законам Таиланда, иностранцев депортируют прямым авиарейсом в страну выдачи их паспортов. Сообщается, что 5 членов музыкального коллектива прибыли в Таиланд, использовав для въезда российские документы, в то время как 2 других участника группы, солисты и основатели коллектива, Игорь Звездочка и Александр, предъявили при въезде документы, выданные Израилем и Австралией. Звездочка Игорь Бортник, Лева B2, внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!